Боже, будь милостив ко мне грешному. Ты создал меня, Господи, Ты и помилуй меня. Без числа я согрешил пред Тобою, Господи. Прости меня грешного и помилуй. За молитвы святых, Отец наш, Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Царь Небесный, Утешитель, Дух Истины, Ты вездесущий весь мир наполняешь, источник благ и податель жизни. Приди и вселись в нас, и очисти нас от всякой скверны, и спаси благой души наши. Святой Боже, Святой Крепкий, Святой Бессмертный, помилуй нас. Святой Боже, Святой Крепкий, Святой Бессмертный, помилуй нас. Святой Боже, Святой Крепкий, Святой Бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззакония наши. Святой, посети исцеление мощи нашей имени Твоего ради. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, и на земле, как на небе, хлеб наш насущный, дай нам на этот день. И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Господи, слава Тебе. Хвала Тебе, наш милосердный, Бог Иегова, Авва Отче. Услышь молитву нашу, помилуй и прости меня грешного. Тайные и явные, в уме и в помышлении, во дни и в ночи, во все дни жизни, великие и малые грехи мои прости, и соблазны, которые я подал ими, где я падал и вставал, Господи. Но благодарю Тебя, что никогда не давал мне отчаиваться в спасении. Слава Тебе! Это помощь Духа Твоего Святого и молитва святых Твоих. Хвала Тебе! Аллилуйя! Свят! Свят, свят Господь Саваоф, вся земля полна славы Его, аллилуйя. Слава Вышних Богу и на земле мир, в человеках благоволение, аллилуйя. Господи, я благодарю Тебя, Боже, за тот день, в который Ты мне даровал веру в Тебя, страх пред Тобой и ожидание суда Твоего. Господи, я благодарю Тебя за тот день, в который Ты мне дал Твою Святую Библию, и указал на толкование святых отцов и канона церкви, как на истину. Аллилуйя! Пресвятая Госпожа Богородица, Пресна Дева Мария, Матерь Христа Бога нашего, спаси нас молитвами Твоими святыми. Матерь Божия, благодарю Тебя. Покрой амофором любви Твоей. В скорбях, в печалях, в тесных обстоятельствах Ты помогал. От позора, поношения, посрамления, отступничества – и измены спасала. Хвала Господу нашему Богу за ходатайство Девы Марии, за род человеческий, дивная заступница наша. Дева Мария, благодарим Тебя. Ангел Христов, хранитель мой святой, моли Бога о мне грешном, добрый мой ангел. Я благодарю Тебя, что столько лет Ты защищаешь меня от невидимых злобных духов и опасностей, которые могли погубить сразу. Без покаяния не отпусти из жизни и в транспорте, и всюду. Ты хранишь меня, ангел мой, благодарю Тебя. И смертный час не покинь, когда душа моя будет разлучаться от тела. И проведи ее по мытарствам страшным и непонятным, и введи ее навеки в вечное царство Христа Бога нашего. Аллилуйя! Иоанн Креститель, Предтеча Христов, моли Бога о нас. Господи, научи нас жить и в бедности, имея пропитание, одежду, никогда не роптать, никому не завидовать, быть во всем экономными, довольствуясь малым, видеть и помогать нуждающимся, искать прежде всего Царство Божие, правды Его, и не бояться начальствующих и правителей грозных, не участвовать в бесплодных делах тьмы,
но и обличать и устоять в верности Богу. Господи, услышь наши молитвы и тех, кто молится о нас. Коснись сердец патриархов, митрополитов, епископов, священников и диаконов, всех, кто является служителями Твоими. Господи Боже наш, святитель Христов, Никола Мирликийский, чудотворец, образ кротости и воздержания, добрый архиепастырь, моли Бога о нас. Господи, слава Тебе за святителя Господня Николу, скорый помощник в деле, благодарим Тебя, ибо Ты слышишь молитвы о людях и о животных. Господи Боже наш, слава Тебе, хвала Тебе, милосердный, спаси нас, Господи, и помилуй. Аллилуйя! Святые пророки Илия, Елисей, Енох, Моисей, Самуил, Аарон, Иов, Авель, Ной, Иосиф, патриархи, Авраам, Исаак, Иаков, Ездра, Ниемия, Амос, Наум, Исаия, Иеремия, Варух, Иезекииль, Оси, Иаиль, Агей, Сафоний, Захарий, Малахия, Давид, Нафан, Даниил и отроки, пророк Михей, молите Бога о нас. Господи, слава Тебе за Святую Библию, из одинных пророков Твоих, которые, движимые Духом Святым, изрекли, записали и сохранили эти слова для нас. Исполни Духом Твоим Святым Церковь Твою, дабы в день прихода Твоего и нашего отшествия не застал нас неготовыми, но чтобы мы вышли навстречу к Тебе с горящими светильниками истинной веры и сосудами полными елея добрых дел, соделанных в Духе Святом, и с любовью. Аллилуйя! Святые ангелы, архангелы, херувимы и серафимы, все небесные силы, престолу Божие предстоящие, молите Бога о нас. Святые всехвальные апостолы, первоверховные Петр и Павел, святые евангелисты Матфей, Марк, Лука, Иоанн, молите Бога о нас. Господи, умягчи сердца правителей мира, всели в них страх Твой, чтобы они не творили беззаконий. Да продлится еще мир на земле. Господи, дай нам еще священника, рожденного свыше, благовестника и место для занятия. Определи нашу участь, как Тебе угодно. Слава Тебе, Боже наш! Слава Тебе, Господи! Благослови народ Твой еврейский, чтобы приняли Тебя, Иисуса Христа, как истинного Мессию и Спасителя. Господи, молим Тебя за всех человеков Божия. Коснись сердец каждого, даруй веру евангельскую, даруй покаяние, Господи, даруй страх пред Тобой, обрати, Господи, даруй рождение свыше, истинное крещение водительство Духом Твоим святым, а все воля Твоя святая, Боже наш, слава Тебе, святые мученики и мученицы, Игнатий, Богоносец, Поликарп Смирский, Иустин, философ Власий, Харлампий, Косьма и Дамиан, Андрей Стратилат, Ерон Мученик, Климент Римский, Климент Анкирский, Анфим Никомедийский, Георгий Победоносец, Пантелеймон и 40 святых мучеников, царь Николай, святое царское семейство, Владимир, Вениамин, Иосиф, Борис и Глеб. Молите Бога о нас, Господи, укрепи сердца наши в Слове Твоем. И малые дети, чтобы верили искренно в Тебя, в гонениях, в искушениях, не допусти до принятия антихристовых начертаний, чтобы в скорби и печали никто не отошел от Тебя. Господи, даруй мир Израилю, России, Украине, везде, где смута и мятежи. Прославляем Тебя, Владыка, за все суды правды Твоей, на все воля Твоя святая, Боже наш, слава Тебе. Святые мужи Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст, Афанасий Великий, Ефрем Сирин, Антоний, Макарий, Антоний, Феодосий, Корнилий, Иов, Сергий Радонежский, Стефан Пермский, Серафим Саровский, Иоанн Тобольский, Иоанн Кронштадтский, Иоанн Шанхайский, Кирилл и Мефодий, митрополит Иннокентий, Николай Японский, Макарий Алтайский, Филарет, Герасим Павский, Феофилак Болгарский, Иероним Стридонский и все переводчики Священного Писания, молите Бога о нас, да помилует и спасет Господь нас, да дарует нам жажду исследовать Слово Божие и любовь к Святой Библии. Святые жены и девы, Фёкла Первомученица, Фатина Самарянина, Феврония, Вера, Надежда, Любовь и Матерь их София, Наталья, Адриан, Варвара, Екатерина, Перепетуя, Татьяна, Ирина, Ольга, Елена, Нина, Мария Магдалина, Мария Египетская, Прескила и Акила, Андроника, Юния, Киприана, Юстина и все святые. Молите Бога о нас, даруй, Господи, послушание.
молчание, целомудрие и стыдливость всем женам и девам, и сохрани их от поруганий и нападений недобрых людей. Хвала Тебе. Слава, честь и поклонение, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Господи, мы благодарим Тебя, милосердный, за милость Твою неизреченную, за долготерпение и человеколюбие, за жертву Твою, Господи, за нас, недостойных и грешных, за жертву Голгофскую, милосердную, за кровь, пролитую на кресте, за воскресение Твое святое, за все, что Ты, Господи, сделал для нас, милосердный, за великий дар веру в Тебя, за то, что Ты презрел на нас, на рабов Твоих, вынес нас, Господи, на Себе из огненной пропасти погибели, избрал нас, Боже, все открыл для нас, Господи. Милосердный, мы благодарим Тебя. Благословляем Пресвятое имя Твое, наш великий Спаситель Иисус Христос. Слава Тебе, хвала Тебе. Аллилуйя. Господи, прими нашу молитву и воздеяние рук, как жертву вечернего благоухания, приятного пред престолом благодати Твоей, Боже. И соедини нашу молитву с молитвами всех святых Твоих, молящихся Тебе на небе и на земле. Господи, услыши и исполни молитву всех молящихся о нас во благо нам, любящий наш Отец Небесный, ради голгофских страданий и пролитой крови Сына Твоего Единородного Иисуса Христа за нас, грешных, услышь нашу молитву о всех заповедавших нам молиться о них. Спаси их и помилуй, Господи, и молю Тебя не заповедавших. Но на все и всегда только Твоя святая воля да будет, Боже наш, слава Тебе, хвала Тебе, аллилуйя. Говори, Господи, и Владыка, слушают и да слышат рабы Твои голос Твой. Аминь. Слава Тебе, Боже наш. Слава Тебе. Наталья, сестра, останови заново, включи, пожалуйста, запись. Сейчас проповедь буду начитывать. Кто желает, оставайтесь. Хорошо.